крылыми птицами здесь дымок за дымком плывет, и горит, и сверкает зарницами над тобой по ночам небосвод. Мосты городские, огни заводские, застава, где друг мой живет. Рабочей судьбою я связан с тобою, знакомый мне с детства завод. О, ебать, зима наступила! О, бригадир! Ой, бать, бригадир, здорово, здорово, что делаешь, что делаешь? А, ясно. Сегодня какое, кстати, число, я забыл? 30! Блядь, сегодня 35. Новый год, что ли? Бля, ну ладно, давай, спасибо. А где мужики-то все? За гаражами. Ну, пошли тогда покурим. Че там, не знаю, сколько там? Да, вот. Мужики! Смотрел. Ага. Ну что, как нормально? Счет 0-3. О, мужики! О, брат! Бригадир! Здорово! Как оно вообще? Как шестерка пошла? Нормально. Это, сегодня что, как там? Сегодня же праздник, сегодня же 31-й, не забыли? Бля, точняк, серьезно? Да, я еще помню. Я с этой работой вообще уже забыл. Да, блядь, начальник напрягает в натуре. Че вы собираетесь жене там, детям дарить? Да еще ничего, надо за подарками сгонять. Че вообще? Да надо так, и че, да. Сыну шоколадку, жене цветы, все заебись. Красава, красава. Ясно, да, ну я так чисто себе балтики-дятки возьму, там чисто, ну, обращение президента посмотрю. Там, не знаю, может, соберемся там с женой, там, я не знаю. Мне на вроде говорят, что теща должна приехать. Не знаю, бля, не знаю. Надо за подарками сгонять, да, предлагаю. Я не знаю, у меня, кажется, праздник испорчен, возможно, в гараж типа свалю, не знаю, короче. Но если что, там созвонимся, короче. А, ну ладно, все, давайте тогда, мужики, давай, на завод, давайте на заводе увидимся. Давай. Все, давай. Давай. Ну давай, все, давайте, давайте, мужики, давай. Давайте. Может, сегодня еще вечером увидимся. Ладно, давай, давай. А ты что на нашем районе забыл, а? Да я из Сергей к вам перевелся на завод. А, да? Думал тачку себе взять, да. Так ты нахуй не знаешь, блядь, ну да ладно. Да не знаю. Это новая не была знаю. Тачка, ну недавно все, купил. Вставай, давай. Ну, спросили, все. Давай. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом! С новым 2019 годом, мужики! Ура! Всем привет, я Зёма, снимаюсь в сериале «Завод». Так как я новенький на этом заводе, я хочу пожелать в 2019 году еще больше успехов, процветаний и производства нашему любимому заводу. Я надеюсь, что меня коллектив примет, и я больше не буду вырывать тачку своего директора. Все, всем удачи, пока, поднял, обнял за плаку. Все в круг. Я желаю, чтобы в этом году завод продадил еще больше деталей, начальник еще меньше нас пиздил, и чтобы зарплату подняли на 1000 рублей. Всех с Новым годом. Я уволю всех нахуй. Детям шоколада, жене цветы, а себе Балтику. Я желаю в новом 2019 году в стране подняться, развить больше завода, чтоб... Так не понял, ну что, уже не поднято? Чтоб летало нахуй перед Богом, чтобы перед Богом все было. В общем, мужики, правильно, правильно. С новым 2019 годом. Все зависит. Всех люблю.